День воинов интернационалистов – памятная дата для многих оскольских семей. В локальных конфликтах, которых со времен Великой Отечественной было более 30, сложили головы 29 старооскольцев. На сегодня в округе 645 афганцев, 1460 участников боевых действий в Чечне и горячих точках других стран. Старооскольцам в разное время довелось воевать везде. Афганистан или Югославия, Чечня или Чехословакия – без разницы где, война всегда калечит судьбы. Ну, у нас полка погибла. 5 человек тогда. Погибло больше в Братиславе, погибло больше в Словакии, чем в Праге и в Чехии. Потому что здесь они шли днем, а мы приземлялись туда ночью. И чехи проснулись, мы уже ходили по городу. Если сравнить вот с Майданом, это одна и та же копия, один и тот же сценарий. И все заварушки, которые происходили, это они одинаковы, они похожи друг на друга. Руководство округа встречается с ветеранами и семьями погибших в локальных конфликтах традиционно в день вывода войск из Афганистана. После официальной части обсудили проблемы. Они из года в год одни и те же. Касаются обеспечения ветеранов жильем, лекарствами. В ходе разговора участники локальных конфликтов выступили с предложением заложить аллею памяти воинов-интернационалистов. После встречи в администрации отправились к памятным местам. Венки и цветы возложили к могилам погибших солдат-старооскольцев.